Вчера со мной было нечто такое необычное. Меня спросили по поводу молитвы. И мне сказали, ну как же, человек ведь молится, просит. Ну, в основном женщины спрашивали такие вопросы. И я ответил, что мы видим из всей человеческой истории, что молитвы не помогают. Ты молишься стене. Буквально. Творец ничего не слышит. Он знает, что ты ощутишь это зло, потому что он это сделал, это устроил для тебя. Для чего же он это сделал? Просто так, чтобы ты от него зависел. Это называется его совершенством, к которому он тебя пробуждает. Зачем ему нужны такие молитвы? Когда тебя укалывают, и ты говоришь «ай», так что он доволен от того, что я крикнул «ай», или же я крикну «ай», ну зачем ты мне это делаешь? Или же я этого не говорю, якобы это не от него, я как бы это скрываю, как будто это не так. То есть я специально ввожу себя на свою низкую ступень реальности и говорю, ну это не от тебя, но я прошу, ты мне помоги. Я это объяснил, но это не очень приняли. Одна женщина даже вышла из зала. Я почувствовал, что из-за этого она вышла. Я объяснил, что ничего не принимает. Все наши молитвы ничего не стоят, кроме молитвы многих. Нам ведь нужно только единственное исправление разбиения, исправление объединения. Если мы хотим это исправить, и действительно в этом действуем из этого, поднимаем нашу просьбу, чтобы это произошло. Это произойдет. Единственная просьба. Все ворота запираются, кроме этих ворот. И эти ворота должны быть воротами плача по-настоящему.